Продолжаем. Сейчас хроника происшествий. В студии Роман Ярыгин. Начать хочется с кадров, которые можно назвать забавными, только потому, что обошлось без жертв. В Елабуге под землю провалилась машина. Это кадры, снятые камерами наблюдения. Тяжелый автомобиль в считанные секунды оказывается в глубокой яме. Стоит отметить, что провалилась ассенизаторская машина. Выяснилось, что бетонная плита насосной станции сдвинулась, и поэтому случилось обрушение. Это не первое подобное ЧП в Елабуге. Этим летом, месяц назад, на улице Строителей грунт был подмыт во время сильного дождя. Тогда на восстановление асфальтного покрытия ушло несколько дней. То, что молодой человек, которого стражи порядка остановили сегодня ночью на улице Глушко, сильно пьян, инспекторы поняли сразу, как только начали с ним общаться. Но выяснилось, что в таком состоянии за рулем он попадается уже не в первый раз. Пройти освидетельствование на содержание спирта в организме молодой человек согласился на месте. Причем, судя по серьезным цифрам, которые показал алкотестер, списать результаты прибора на допустимую погрешность точно не получится. О том, что катался пьяным за рулем и мог в таком виде угодить в серьезную аварию, парень не переживал. Его больше беспокоил тот факт, что о ЧП узнает бабушка. Не хотел, чтобы бабуля много переживала из-за всяких пустяков. Вот именно, что она смотрит и переживает все время. А если еще увидеть своего внука в перехвате, не дай бог. Хотя молодой человек и беспокоился за состояние нервной системы пожилой родственницы, тем не менее желание покататься за рулем под градусом всегда было на первом месте. По словам инспекторов ГАИ, в таком виде парень попадается им уже повторно. Если вы за бабушку переживаете... Я вот переживаю за бабушку. А за руку зачем пьяно садились, если за бабушку-то переживаете? Вы зачем так громко со мной разговариваете? Согласно Уголовному кодексу, за повторное управление машиной в нетрезвом виде может грозить штраф от 200 тысяч рублей, принудительной работы, либо, если очень не повезет, даже тюремный срок. Сегодня днем на пересечении улицы Гагарина и проспекта Ибрагимова столкнулись «Шкода» и «Лада». Оба автомобиля двигались на разрешающий сигнал светофора, но при повороте налево водитель «Рапида» не уступил дорогу «Гранте», двигавшейся прямо. После удара по касательной «Лада» врезалась в столб. Вся передняя часть автомобиля оказалась основательно разбита. Водителя с сотрясением мозга и переломом челюсти доставили в больницу. Грубое нарушение правил привело к аварии в центре города. На улице Татарстан столкнулись Kia Rio и Lada 14 модели, водитель которой винит в произошедшем владельца иномарки. Он будто бы неожиданно решил развернуться, несмотря на двойную сплошную линию. При этом перед грубым нарушением не посмотрел в зеркала и не пропустил «Ладу», которая ехала по левой полосе. Хозяин 14-й говорит, на днях решил продавать свое транспортное средство. Даже выставил объявление о продаже в интернете. Теперь же легковушке предстоит серьезный ремонт. Молодой человек пострадал в аварии, которая произошла вечером на перекрестке улиц Ленской и Серова. «Тойота» проторонила «Ладу». Очевидцы уверены, что ДТП произошло из-за того, что водитель «Приоры» очень торопился. Удар пришелся в заднее колесо. В «Приоре» сработала подушка безопасности, хотя водитель был пристегнут. Но подъехавшие медики все равно посчитали, что пострадавший парень нуждается в госпитализации. С подозрением на переломы его увезли в 7-ю горбольницу. Объяснить, как все произошло, парень не успел. Но вот второй участник на «Тойоте», а также его родственники, утверждают, если бы шофер «Лада» не рисковал, аварии бы удалось избежать. А это откуда-то выскочил, бедняга, прям врезался. У него скорость-то не так уж нормальная. Потихонечку, он не видел его просто. Или отвлекся, или что-то не то. Очевидцы говорят, парень на «Ладе» единственный из всего потока выскочил на перекресток, в то время как на перерез по улице Серова все еще продолжали ехать машины на разрешающий сигнал светофора. Ну, у него стрелка разрешающая. Вот они стоят, все машины. Налево. Разрешающий налево. Он спокойненько, разрешающий сигнал светофора, ехал. Он ехал, кстати, метров 150-200, видел, что ни одной машины там не было. На перекрестке установлено сразу несколько камер уличного наблюдения, поэтому определить виновника аварии не составит никакого труда. Сегодня ночью в скорую помощь позвонила женщина. Она сообщила, что получила ножевое ранение.
квартиру на улице Зорге вместе с бригадой медиков выехали полицейские. Рядом с пострадавшей находился ее муж. Оказалось, что в семье произошел скандал. Правда, стражам порядка женщина сообщила, что супруг с холодным оружием на нее не нападал. И якобы ножевое ранение в предплечье она нанесла себе сама, случайно. Медики, осмотрев рану, решили, что в госпитализации женщина не нуждается, а разбираться в семейных взаимоотношениях теперь будет участковый. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Вы снова в перехвате. Мы продолжаем. Пожар произошел ночью на улице Привокзальной, это в поселке Юдино. Вспыхнул деревянный дом. Строение расположено возле здания железнодорожного вокзала, поэтому очевидцы опасались, что пламя может перекинуться на него. Но сотрудники МЧС быстро смогли взять ситуацию под контроль. Оказалось, что горящий сруб давно был заброшен. Правда, в последнее время там ютились бездомные. После того, как сбили пламя, пожарные тщательно исследовали пепелище. Людей не обнаружили. Наиболее вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Группа молодых людей, вооружившись пистолетами, молотками и гвоздодерами, грабила ювелирные магазины. Сейчас вы увидите их лица. Сегодня Вахитовский районный суд вынес обвиняемым приговор. Многочисленные друзья и родственники подсудимых едва поместились в зале суда. На скамье подсудимых сегодня находились четверо молодых людей. Лишь один скрывал свое лицо. Остальные же вели себя довольно спокойно, переговаривались, улыбались родным и близким. Соглашается приговор имени Российской Федерации, город Казань, 22 августа 2018 года. По версии следствия, группа молодых людей совершала разбой в ювелирных магазинах Казани и Зеленодольска. Организатором нападения выступал 28-летний Денис Пыхов. Именно он нашел остальных участников преступной группировки, в большинстве случаев безработных или ранее судимых. Вскоре состоялось общее собрание, на котором Пыхов представил их друг другу. Роли подсудимых в банде были строго распределены. Разведка обстановки, поиск оружия, аренда автомобиля. Молодые люди просчитали почти все. Организатору преступления гособвинение просило 12 лет лишения свободы. Однако сегодня суд вынес приговор 10 лет строгого режима. Будет ли обжаловаться данное решение, пока неизвестно. В Московском районном суде состоялось первое слушание по делу о мошенничестве. Примечательно, что на скамье подсудимых человек с непогашенной судимостью. В декабре прошлого года подсудимый, выдав себя за диспетчера транспортной службы, заключил договор с компанией грузоперевозок. По условиям договора он должен был перевезти полиэтиленовое сырье из Казани в Караганду. Водителя Михаил Давыдов нашел через интернет. Тот о преступных намерениях своего заказчика не подозревал. Груз доставил по тому адресу, который указал подсудимый. Сам груз, два эпизода, он был возвращен в дальнейшем. Теми, кто совершил преступление, он был возвращен назад. На скамье подсудимых Михаил Давыдов оказывается не впервые. В последний раз он отбывал наказание за сбыт наркотических средств. В настоящее время состоит на учете в наркодиспансере. Однако, исходя из судебно-психиатрической экспертизы, подсудимый абсолютно вменяем. Подсудимый в ходе следствия вину свою не признал. И отдачи показаний в силу статьи 51 Конституции Российской Федерации отказался. Данное преступление мужчина совершил с непогашенной судимостью. Ранее он был освобожден условно-досрочно. Судебное расследование по данному делу продолжается. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. О происшествиях на сегодня все. Я прощаюсь до завтра. А далее Алексей Кулешов и его гости. Тема. Алексей, добрый вечер. Пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Открыть магазин на первом этаже многоэтажки может стать сложнее. Минстрой предлагает в обязательном порядке спрашивать мнение жителей. И обсудим эту идею прямо сейчас.